наступающий Новый год помогает нам обрести свой новый шанс на изменение самого себя, изменить мир, изменить все. Новый год проведите с близкими вам людьми, семьей, друзьями, любимыми. Помните, что не надо жизнь тратить на мелкие проблемы, на мелкие недомолвки или неприятные думы. Самое главное в нашей жизни – это то, какой круг людей окружает нас. Те самые близкие люди, которые помогают нам в нашем жизненном пути. Я многое понял за этот год. Он для меня был особенным. Я осознал свои ошибки, добился некоторых побед. Но самое главное – это то, что я начал верить в силу воли и желания.